Мастер-классы по лепке, рисованию, изготовлению сувениров, боди-арт, яркий концерт и сладкие подарки. Для деток с ограниченными возможностями устроили праздник в областном дворце культуры. Это уже добрая, неизменная традиция, в основе которой долг не забывать о тех, кто нуждается в особой заботе и внимании. Ни один ребенок в Заводском районе не забыт, и каждый ребенок, эти службы по делам детей, занимается, в хорошем смысле слова, контролирует, помогает, чем может, и участвует и в их жизни, и в их становлении, и в их реабилитации. И дай Бог, с каждым разом у нас все лучше и лучше результаты. Главная задача наша какая? Сделать жизнь этих детей лучше. Сделать их досуг намного более качественным и интересным. Я думаю, вы тоже видите, что те дети, которые сегодня пришли, их родители, они все улыбаются, они все радуются. А радость на лице детей – это самое лучшее, что мы можем для них сделать. Ни один ребенок не остался без внимания. Каждый получил какой-то сувенир, изготовленный во время мастер-классов. По словам одной из его участниц, ученицы школы номер 51, Вероники Напханенко, такие мастер-классы необходимы. И главное – не быть безразличным таким детям, а дарить как можно больше радости, тепла и заботы. Мы хотели внести в жизнь этих детей часть радости, какой-то светлый лучик, чтобы отвлечь их от этих серых будней. Я тебя люблю. Луиза Еремина, Руслан Чернялис, MSN Digest.